дочери, короче, теперь у тебя. Да, чувствую себя, знаешь, не знаю, принцессой, как будто бы из сказки. Слушай, девочка, девочка такая. Что ты вообще скажешь по поводу Руслана? По поводу Руслана? Он достаточно интеллигентный молодой человек, на первый взгляд. Знаешь, не пообщаешься, не узнаешь. Сейчас буду смотреть, присматриваться, но пока я не говорю о том, что у меня какая-то дикая симпатия. Вот. Он меня защищает, мне это приятно. Я себя чувствую как за каменной стеной. Вообще, в принципе, что мужчина... Ну, блин, вот это, наверное, все-таки настоящий мужчина, потому что, несмотря на то, что я к нему никакого отношения пока не имею, он только за мной ухаживает, он не позволяет кому-то меня обидеть. Он не позволяет кому-то грубого слова про меня сказать. Ну, это показатель. Вчера на поляне была грандиозная вечеринка в честь Анни Мадан и Макса Моргенштерна, которые уже год вместе. Правда, праздник чуть не закончился дракой из-за привольного поведения Бена по отношению к Кате Гориной без пяти минут невесте. Я твою девушку, например, ну, стою перед своей девушкой, сижу рядом и беру ее голову, типа, и она твои действия. Но она же просто звенит. Я позвал к себе. Хорошо, он хорошо, говорит, давай сейчас тебе. Извини в безучесть перед твоей девушкой. Нет, давай не сейчас, завтра ты извинишься. Сегодня Бену предстоит разговор с парой Кати и Артура, чтобы хоть как-то загладить свою вину. Катюха, извиняюсь, еще раз за шашку. Куда у нас? М? Потом поговорю. Слышишь? Что? Я в качестве извинений тихо завтраком готов. Потому что... Блин, это не расценится в качестве извинений. Это очень плохо, просто. И вообще я не против. Я кушать хочу. На двоих с Артуром быть. Тогда расценится. Я просто представляю себе по Артуру. Артур, прикинь, как он завтрак. Ну все. Малышка на миллион. Вообще. Ну, приятно. Но пока ухаживает за мной только Руслан, поэтому я не могу чего-то сказать конкретного. Да ты будешь поднимать ухаживать от всех? Ну, я хочу серьезные отношения построить, нужно всех посмотреть. Он старается, вижу, Руслан. Да, он каждый день ударит по розе. Да? И записки пишет. От тайного поклонника. А, от тайного? Угу. Ну, ты мило. Да. Из всех пока что лидирует Руслан. Это на твой взгляд? Угу. Ну, потому что он за мной ухаживал, а тебе боялись признаться в симпатии, они не проверяли ко мне никаких знаков внимания. Ну, а тебе визуально кто больше нравится? А, я тебе уже говорила. Малой? Мне нравится Андрей, он очень сильно похож на моего брата. Ну. Внешне. Визуально. А, располагает к себе Руслан. Можно как-то совмещать два